«Авангард» вернул веру в «Авангард» для болельщиков, которые, наверное, соскучились по тому «Авангарду», который они знали, за который они болели. Я думаю, это самая главная победа в этом году. Мы стали семьей, мы многому научились, и мы провели отличный сезон. Мы прыгнули выше головы, могли, конечно, еще выше, но, наверное, это был максимальный результат, который мы показали. Я считаю, что все молодцы, все красавцы. И только хочу пожелать «Авангарду» удачи. Илья попал в символическую сборную, конечно, очень приятно, и это заслуженно. Хочу от всего сердца сказать спасибо за то, что вложили в меня тоже душу, да. Это не только тренерский штаб, но всю организацию «Авангард», начиная с детской школы. В первую очередь мою семью, которая тоже всегда поддерживала меня в любой момент. Это очень важно для меня, и всегда буду благодарен Омску.